Всем привет! В Америке очень любят домашних питомцев. Здесь для них строят огромные магазины с прекрасным ассортиментом необходимых товаров. Если хотите, я сниму для вас обзор, напишите. На улицах не встретишь бездомных кошек и собак. Если питомец тебе стал не нужен, его можно принести в один из таких магазинов. Возьмут на содержание до тех пор, пока не появится новый владелец. А он появится быстро. Такие животные пользуются здесь спросом. Они дешевле. Вот решила показать вам цены на мелких домашних питомцев для сравнения. Ящерки $99, черепашки по 30, маленькие хамелеоны по 155, а большие по 350. Гвинейская огромная свинка $150, крыски по 6,5, попугайчики $40, рыбки по 20 и по 130, креветка, которая к тому же очищает аквариум, 45. Дэмиан очень понравились эти рыбки по 10 и по $11 за штуку. Содержание крупных домашних животных – дорогое удовольствие. Один поход к ветеринару может обойтись $500. Маленькие питомцы тарантулы по $100, а сколько стоят ваши питомцы?